В данном ролике компания DrillTech предлагает вам познакомиться с бурением вертикальных скважин с применением телеметрического оборудования. В стандартную рекомендованную компанией DrillTech компоновку входят следующие элементы. Гамма-пробы или просто гамма. Драйвер или палсер передает сигнал на поверхность. Сервей-проб или сенсор непосредственно измеряет контролируемые параметры. Батарея или элемент питания. В систему включена одна основная и одна резервная батарея. Интерконнект или соединитель соединяет элементы системы механически и электрически. Стингер или наконечник. И последний элемент. Спирпоинт или хвостовик. В английском языке есть устоявшееся выражение, обозначающее класс оборудования данного типа MWD – Measurement While Drilling. Это переводится как «измерение в процессе бурения». Применяя MWD оборудование при бурении вертикальных скважин, позволяет контролировать отклонение от вертикали для своевременного, что называется, подруливания. Средой для передачи сигналов в представленной системе является буровой раствор, который циркулирует в скважине при некотором давлении, и в моменты срабатывания палсера это давление скачкообразно повышается. Датчик давления на поверхности фиксирует импульсы и преобразует сигнал в формат 420 мА, который передается на обработку и расшифровку в компьютер. Компьютер извлекает информацию из последовательности импульсов и представляет ее на экране в удобном для оператора виде. Вся информация архивируется для последующей работы с ней. Если при очередном замере было зафиксировано отклонение зенитного угла, inclination, от нуля, специалист по направленному бурению рассчитывает, какой отрезок необходимо пробурить забойным двигателем, а какой роторным способом. Это позволяет скорректировать траекторию и вернуть зенитный угол на ноль. Если зенитный угол и азимут измеряют с определенным шагом, как правило, один раз на трубу, после присоединения очередного участка, то гамма-излучение фиксируется постоянно, по всей длине скважины. Эта информация помогает инженеру-геологу определить, через какую породу проходит колонна и достигли ли мы продуктивного слоя. Компания DrillTech призывает вас четко соблюдать инструкции по эксплуатации и регламентному обслуживанию оборудования. Только своевременное техническое обслуживание позволяет сохранить работоспособность системы. Мы благодарим вас за проявленный к нам интерес и надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество.